something else to give you. На татамі номер 2 в білому кімоно Арбій Хамкоєв представляє Уральський федеральний округ. Лучший спортивний результат, победитель первенства России среди юниоров прошлого года. Тренируется Арби под руководством тренеров Евгения Дмитриевича Карпухина и Евгения Александровича Печурова. В синем кимоно на татами номер 2 Заурбек Гагалоев представляет Северокавказский федеральный округ. Город Владикавказ. Выступает за вооруженные силы России. Лучший спортивный результат. Победитель первенства России среди юношей. Стоп! 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 Сто
мы как-то подошли, говорим. Ребята, а ну кто этот В этой встрече победу одержал Заурбек Гаглоев.